Оптовый кирмаш – сустреча предпринимальников и поставщиков айчинной продукции. За последние 6 месяцев яны собираются у 4-й раз. Кирмаш с белорусскими товарами – это махшимость продемонстрировать предпринимальникам потенциал айчинных вытворцев, а так само спроба затекаюць их новой продукцией. И таким чином развивать супрацовництво помеж предприемствами, оптовыми организациями и представниками бизнес-супольности в области. Мы специально собираем тематические ярмарки. Почему? Потому что приходит тематический покупатель, и нам есть о чем поговорить. Не только им, покупателям с оптовой организацией, но и опту с оптовыми покупателями. Поэтому я и говорю, нам есть о чем поговорить. И в плане ассортимента, и в плане цен, и в плане обновления коллекции. На эти мероприятия мы приглашаем всегда производителей. Потому что мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с производителями, с поставщиками. Как в опт, так и из опта в розницу. Популярность оптовых кирмашов у бизнеса сяроддзе расте. У гэты раз цікавасць да іх выказали 70 прадстаўнікоў приватного сектора экономики. У ассортименте товары от 11 поставщиков айчынной продукции. Нехта з бизнесменов на таких мероприемствах упершыню. Іншые не первый год працуют с белорусскими вытворцами. Сярод головных задач – наладить диалог, дать махчимость кожному выказать свои пропановы. 6-й год я работаю с секторгом и с диалогом. Белорусской продукции. Раз-два раза в месяц обязательно закупаю продукцию. Буду продолжать работать, потому что сейчас надо работать, что-то думать, что были документы. Белорусское качество самое лучшее, ну просто только дорогое, а самое лучшее качество белорусское. Модели отработанные, достаточно долгоносские, и самый большой их недостаток в том, их носишь долго-долго, а они все носятся, уже надоели. Ну, от меня может быть несколько предложений, но самое главное – это, безусловно, лучший ассортимент. Я не думаю, что я в этом единственный желающий. Прадстаўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў сёння гатовыя ісці на перамовы з прадпрымальнікамі, зразумела, на ўзаемавыгадных умовах. Мы сегодня вообще готовы выслушать любые предложения индивидуальных предпринимателей, готовы на разумный диалог. Конечно, на сегодняшний день черкизовский рынок делать тут никто не будет, устраивать, что там копеечные какие-то модели. Сегодня продукция хорошего качества, на все имеются сертификаты, ну, поэтому мы готовы к работе, мы сами заинтересованы в ней. Подчас встречи выказано 18 пропонов сбоку предпринимальников об супрацовництве с белорусскими вытворцами. Черговые оптовые кирмаши пройдут у ближайший понеделок 22 лютого. Предпринимальникам пропонуют текстильные выробы. 29 лютого отбудется кирмаш по продаже обутку и галантерейных выробов. Продаж организованы по улице Шилова, 12. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».